Всем привет, меня зовут Ярослав. И сегодня мы поговорим о новой программе для Android, относительно новой, под названием AirDroid. Складывай. Так вот, эта софтинка позволит вам забыть о такой вещи, как кабель. Мы забыли кабель, Тимофей, сука. Лови сумку. Я за ее опущу. Знаю, я своей собью ее. Да забери свою сам вручную. Благодаря этой софтине мы избавимся. Благодаря этой софтине, в первую очередь, от чего вы избавитесь в своем портфеле, сумке, сумочке, трусах, это от сраного кабеля. Проблема заключается в том, что человек такая сущность, что постоянно забывает что-нибудь скинуть на свой модный Android смартфон. Вот. Вторая проблема заключается в том, что ты как всегда забудешь скинуть важные документы самому Бошу. Давай же посмотрим, мой дорогой друг, что может делать эта замечательная программа. Я же не был готов. Обрежешь потом, хорошо, я сейчас просто продолжу говорить. Интерфейс программы крайне прост. Я сфейлю текст. Мы можем потом в текст потом добавить? Чтобы начать работать с программой, нужно нажать кнопку старт. У нас спрашивают, будем ли мы подключаться через Wi-Fi. Из-за этих маленьких б***ей мы 4 раза пересмеяли это долбанное видео. Как мы узнаем, что он начал? Он начал. Ты уверен, что он начал? Давай, б***ь. Ну окей, он начал. И вот что мы видим на экране. Почему я все еще здесь? Ладно. И, собственно, что мы видим на экране? Твой кабель. Всем советую эту программу. Не сухо, да? Нормально. Нормально. Только он звук не записывал все это время музыки. Да, ты уверен? Видеоредактор все поправит. Выключаем. А, стой. Вот так выключать.